С завтрашнего дня в микрорайон Пеганово будут ходить на 2 автобуса больше. Такое решение приняли в мэрии. Дополнительные машины будут двигаться по сокращенному маршруту до остановки Рябинка. И только в час пик с 7 до 9.15 утра. Основной маршрут 33С будет работать по привычному пути и расписанию. В целях улучшения транспортного обслуживания микрорайона Пеганово с 22 марта на автобусном маршруте номер 33С вводятся укороченные рейсы Пеганово-Рябинка. Время отправления этих рейсов опубликовано на сайте администрации города Владимира. Автобусы, следующие через остановочный пункт Рябинка, будут иметь информационные таблички Пеганово-Рябинка.